уступайте дорогу, бип-бип, я на вызов еду. За рулем самой настоящей патрульной машины 8-летний мальчишка. Денис чуть ли не с пеленок мечтал вот так с мигалками прокатиться по городу. Воплотить детское желание в жизнь удалось благодаря вот этому видео. На нем ребенок в форме сотрудника ДПС останавливает водителей в своем дворе. Ролик выложили в сеть, и оно оказалось очень популярным. Уже набрало почти 50 тысяч просмотров. Увидели его и полицейские, а потом решили пригласить второклассника в рейд. Я с детства хотел стать сотрудником полиции. Всегда играл в полицию. Это очень важная профессия, чтобы все водители соблюдали правила дорожного движения. Канские водители были очень удивлены, увидев, что их останавливает 8-летний капитан. Однако, немного пообщавшись, понимали, мальчик действительно хорошо знает правила. Пускай это же хорошо, учатся маленькие. Они должны знать, тем более, правила дорожного движения. Я как водитель, знаете, часто наблюдаю, когда дети... Они знают, как действительно правильно переходить дорогу, и это важно, чтобы они это знали и понимали. Дорожных инспекторов в семье Дениса нет. О них рассказывают родители. Он узнал из мультфильмов и сильно заинтересовался. Настолько, что в детском саду даже создал свой мини-полицейский участок. Со временем увлечение сына так выросло, что взрослые решили подарить ему форму. Нашли такой костюм интересный. И он пошел на улицу погулять в этом костюме, ну и стал останавливать машины. Машины останавливались, ему это очень понравилось, было увлекательно. Конечно, очень же приятно, что наше подрастающее поколение мечтает стать на страже закона, на страже порядка, осуществлять сложную, зачастую с риском для жизни деятельность. Если это заложено с детства, значит, у парня хорошие шансы в будущем стать отличным профессионалом своего дела. Свой рейд юный инспектор закончил в городском музее ДПС. Успел он и примерить фуражку начальника местного отдела ГИБДД и пообещал, что однажды и его фото появится на стене почета среди остальных капитанов. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5-й канал.